Сегодня я хочу вам рассказать, изложить точнее, свою новую гипотезу о генах. Она очень интересная, на мой взгляд, как, в общем-то, и все гипотезы, которые я вам стараюсь доносить, излагать. И эта гипотеза заключается в следующем. Слушайте внимательно, потому что здесь нужна тонкая настройка интеллекта. Смысл заключается в следующем. Каждый ген, вы знаете, он присутствует в системе ДНК по общепринятой версии, научной версии, мы за пределы нее выходить не будем. Так вот, каждый ген кодирует ту или иную химическую сущность, то есть белок или, может быть, какие-то другие химические вещества. И смысл этого гена, каждого гена, он сводится к тому, чтобы в результате его деятельности, то есть процессов, которыми управляет этот ген, получились в каком-то организме, где присутствует этот ген, те самые химические вещества, созданием которых занимался тот самый ген. Вот какая общая концепция. Получается, что мы можем условно назвать ген неким таким алгоритмом, даже это будет не то что условно, это будет достаточно близко к истине, и вот этот ген в виде такого алгоритма, он и управляет своей функцией. Все. Вот мы теперь представляем себя такими, знаете, конструкторами, детьми, которые играют в конструктор какой-нибудь там 60-х, 70-х годов, потому что тогда были эти гены изобретены. Что мы делаем в качестве конструктора? Мы берем такой, знаете, лист бумаги и пишем в него, что мы хотим собрать, например, такого-то робота или такого-то человека, ну или мошку какую-нибудь, пчелку, ну, допустим, пчелку. Для этого мы берем ее геном и выявляем, какие гены в составе этого генома существуют. И, допустим, получаем определенный список этих генов, а дальше мы смотрим по функциям эти гены. Например, ген 500 миллион на какой-то под номером своим, он запускает процессы формирования, ну, например, там летучего какого-то механизма этой пчелы. А другой ген под 1 015 000 каким-нибудь номером, он формирует движение лапками этой пчелы. И вроде бы механические движения, и крылья, и лапки, но они осуществляются за счет применения химии для управления этими мышцами, в которые подается химически реализованный тот реагент, который сделал ген, ну, то есть тот самый белок или там еще какое-нибудь вещество, и лапки с крыльями начинают двигаться. Это все, я говорю, условно, но это очень-очень близко к той модели, которую нам сегодня повествует наука, до которой она наконец-то добралась за все эти годы, десятилетия, за столетия развития науки, потому что науке всего 100 с небольшим лет, мы должны это понимать. Это маленький промежуток времени, но все равно за это время наука достигла вот каких результатов. Итак, у нас есть техническое задание создать пчелу. У нас есть набор генов, которые сами собой представляют определенные алгоритмы, а в результате запуска или прочтения этих алгоритмов мы получаем полезный продукт, который по карте этой пчелы должен или не должен присутствовать в ее организме. Ну, например, берем там ген 15 и смотрим. Так, у пчелы нет его. Значит, мы в свою конструкцию не вставляем этот ген, и в нашей вот этой модели пчелы, которую мы создаем заново, мы этот ген 15 не применяем. Смотрим, 16 ген есть, 16 ген есть. Мы у себя в конструкторе ставим этот 16 ген в общую, как говорится, конструкцию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. К чему я это все веду? Мы можем собрать из генов пчелу, мы можем собрать из генов черепах, мы можем собрать из генов человека или, может быть, какого-то робота. биологическую, мы можем любое существо из этих генов собрать, если мы, например, хозяева игры под названием «Земля и земная жизнь». Представьте, что есть такой какой-то монстр под названием Бог или каким-то другим названием. Вот он нас лепит из этих самых генов, и мы получаемся вот такими. Что он может? Например, взял он какой-нибудь набор исходный каких-то генов, которые соответствуют условному предку, как нам сегодня впаривает наука, человека и обезьяны. Вот тому предку, из которого пошли обезьяна и человек. Он берет этот набор генов, вот он у него есть, он функционирует, этот набор генов, и обеспечивает функционирование и существование, точнее наоборот, существование и функционирование того самого обезьяно-человеческого предка. Дальше что делает этот бог-конструктор? Он берет и добавляет вот к этой основе генетической либо тот, либо другой ген. Если он добавляет ген, определяющий эту основу как обезьяну, то от этой основы идут обезьяны, которых мы сегодня наблюдаем вокруг. Если он добавляет к этому протокаркасу генов, добавляет человеческую часть, то мы получаем сегодняшнее население Земли в виде людей. Вот как это все работает. Вы прекрасно знаете это на примере наших механистических решений. Ну, например, если вы берете какой-нибудь корпус, добавляете к нему крылья, то это, в принципе, будет самолетом. Если же вы берете тот же самый корпус, но добавляете к нему только колеса, то это, в принципе, будет автомобилем. Хотя, в принципе, в том же принципе, вы можете добавить и тот, и другой ген, и сделать летающий самолет или еще что-нибудь. Вы добавляете узлы. Просто вам сегодня понятней, что в механике вы добавляете отдельные узлы и подстраиваете систему под них, а в био-жизни там делается немножко по-другому. Добавляется или уничтожается, удаляется, дорабатываются новые или старые гены, дублируются гены, короче, длиннее делаются, то есть подгоняется под систему. И вот из этих генов, включая новые и включая измененные, формируется уже новый вид биологического существа. Ну, например, там взяли исходную пчелку, заменили у нее жалку на жвалку, и получилась у нас, например, оса, которая меда в принципе не дает, а вместо этого зато намного сильнее и злобнее кусается. Или наоборот, мы взяли осу, вытащили у нее эти жвала изо рта, поменяли управление и так далее. Знаете, это картинка, она очень хорошо показана в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Там, когда робот-полицейский пришел к своей типа сестре, которая выдумывала воспоминания людям, вот она там играла какой-то побрякушечкой, которая выстраивала образы воспоминаний на этой самой 3D-модели, которая ее окружала. И там было видно, как под кнопочками у нее она определенные пальчики нажимает на эти кнопочки, и получается жук то синий, то красный, то длинный, то с короткими усами, то с длинными, то еще что-то. То есть меняется в реальности. Вот, в принципе, она выполняла ту самую функцию Бога, когда воздействовала вот на эти живые трехмерные организмы, виртуальные, такой самой функции. Значит, это первая часть того, что я хотел вам сказать, чтобы вы поняли саму теорию. То есть ген, есть его функция, в составе конструктора ген осуществляет эту функцию, и этот ген не зависит ни от чего. Он идет как фрагмент алгоритма, называемый в компьютерном деле процедурой. Процедура – это тот фрагмент алгоритма, который при любом его вызове в любое место реальности прочитывается как тот самый условный ген, фрагмент алгоритма, который всегда неизменен. Надеюсь, поняли, примерно вот так это звучит. Теперь дальше. Если мы считаем, и мы теперь поняли, что ген является структурой, не зависящей ни от какого существа, а ярким моментом для этого, знаете, что является? То есть, знаете, почему я пришел к этой мысли? Я переосознал за все эти годы начиная с 2009 года, представляете, когда я начал работать над системой групп крови, над распознаванием, что же это такое. Потом я выпустил, в 2009 я выпустил одну монографию научную полностью, всю прям как полагается по закону. Потом недавно, я уж не помню год какой, где-то лет 5 я выпустил другую монографию, в которой уже показал, что эти самые гены, которые управляют теми самыми группами крови, они находятся не только у человека, как многие из нас думают. Они находятся, есть в распоряжении, в организмах всех, абсолютно всех живых существ на нашей планете. Я показал в своей монографии, что точно такие же группы крови, как у человека, есть у свиней, лошадей, кур, любых птиц, любых рыб и все тому подобное. И даже есть эклипсные гены, они так и называются, которые присутствуют в микробиоте, то есть в различных бактериях, и которые по своему функционированию и по своей структуре являются точно такими же, как те самые гены, которые у нас показывают принадлежность и отвечают за эту принадлежность к той или иной группе крови. Я вспоминаю события примерно 10-летней давности, как из Рязани мне позвонил следователь, который поинтересовался работой своего эксперта, который сослался на мою книгу как раз по этой самой части, по группам крови, по эклипсным как раз этим самым проявлениям. Я ему сказал, да, такая тема есть в науке, и это повлияло каким-то образом на принятие решения. Так вот, получается так, что все эти гены не зависят ни от одного живого существа. Это самостоятельные фрагменты программы, которые обеспечивают биологию и работу биологии на нашей планете. Я рискую даже предположить, что если где-то мы когда-то найдем тех самых инопланетян, которых, по моему уразумению, не существует в принципе, то даже у них мы обнаружим в принципе те же самые гены, которые есть у нас, но только, может быть, не в стопроцентном составе. То есть у них будут тоже 2 или 3 руки, допустим, и каждая рука будет описана примерно таким же составом генов, как и у нас, у людей. Примерно. Или, может быть, она будет описана как та самая конечность, как у осьминога или у каких-то других наших земных тварей. Смысл все равно подобие. И подобие здесь будет не какое-то фантастическое, а буквальное. То есть, если мы берем человеческий ген какой-то, извлекаем из нашей структуры и пересаживаем его на такое же место, туда же в организм инопланетянина, то, в принципе, мы не должны обнаружить никаких больших изменений. Вот по этому принципу переливаются группы крови. То есть люди, врачи, находят такие же одинаковые особи между собой по генетике, и у одного берут кровь, другому ее переливают. Поэтому и человек, которому перелили, остается живым. Вот в этом и заключается генетическая стандартность этого гена на всей популяции. Это вторая часть, я надеюсь, вы ее услышали. Теперь третья часть. Мы переворачиваем всю эту конструкцию с ног на голову и рассматриваем ее теперь не с позиции организма, а с позиции гена, из которого мы строим любой какой-нибудь организм. Получается следующее, очень интересное. С точки зрения гена ценным материалом является и структурным материалом нашей жизни является в этом случае ген. Это не мое открытие, оно было уже много раз озвучено в медицине, примерно где-то лет 30-40 тому назад. Многие врачи считали, что единственной и начальной формой жизни на Земле является ген, а человек является его постройкой внешней. Примерно как для человека такой постройкой является, например, дом или город или государство. И государство для человека представляет собой функциональный организм, обеспечивающий нормальную жизнь человека. Также и для гена. Человеческий организм или какой-то другой организм, он позволяет этому гену в составе этого организма нормально жить и функционировать. Это давно уже открыто, просто, знаете, по каким-то соображениям от этого отказались, не стали продолжать исследования. Но я думаю, что эгоцентричность ориентированная на человека, она не очень правильный подход, потому что человек не является богом в нашей системе, и этому показателем является хотя бы любой негативный для человека процесс, когда его буквально поедают снаружи или изнутри любые другие виды организмов. Я думаю, что если какой-то бог, божество или такой великий человек, как человек, он должен был бы тогда недосягаем быть для других видов биологических, а он досягаем так же точно, как и они. И человек потребляет грибы, и грибы потребляют человека, и этот процесс, и тот, и другой, ничем друг от друга не отличаются вовсе. Итак, когда мы смотрим с позиции гена, то мы понимаем, что вот есть один ген, буква А, допустим, второй ген, буква Б, третий ген, буква В и так далее. Получается, из всех генов, которые мы можем идентифицировать как фрагменты изначальные, мы из них составляем большую объемную азбуку для того, чтобы ей писать слова, из которых составлять текст, большой текст, который описывает то или иное живое существо. И мы получаем из алфавита в виде генов живое существо, которое функционирует как обычный человек, как обычная пчела, собачка, там, кошечка и все такое прочее. И вот здесь происходит самое интересное переключение. Есть такое понятие, как полиген. Полиген. Это понятие означает совокупность некоторого количества генов. Это как бы второй уровень той самой процедуры, о которой я вам говорил. Если, например, каждый ген – это буква того или иного алгоритма, то полиген – это слово. И иногда мы пишем буквами какие-то слова, которые нарезаем потом из полного длинного вот этого списка этих букв. Помните, как в прежние времена иногда тексты встречались без раздела на слова? Вот такой вот, знаете, а потом мы как сосиски их нарезаем. Или во втором случае, когда уже на втором уровне мы берем из словарей готовые слова. Готовые. Мы берем их не нарезанными на буквы, а уже готовыми по несколько слов, оформленными со всеми приставками, суффиксами, корнями и окончаниями. И вот есть такие гены, полигены, которые в себя включают некоторый состав, набор генов. Этот набор генов оформляет определенную какую-то одну выделенную структуру, ну, например, клетку. И вот представьте, полиген, который содержит в себе, например, там 1000 генов, он описывает явление, которое называется клетка. Для того, чтобы нам создать какой-то многоклеточный организм, нужно этот полиген взять, он будет штамповать клетки, и задать ему программу, сколько клеток, какого вида и так далее он должен наштамповать. И он будет штамповать эти клетки бесконечно или в соответствии с каким-то временем, временным промежутком, который мы ему зададим. Если мы хотим несколько видов клеток, то мы на определенных моментах будем менять ему дополнительный ген, этому полигену. И этот полиген нам будет печатать сначала белые клетки, потом красные клетки, потом синие клетки и так далее. Мы получим набор каких-то клеток разнообразных, которые являются клетками соединительной ткани, клетками печени и так далее. Мы получим организм, состоящий из множества клеток, которые сгруппированы по органам. Я надеюсь, вы поняли. Но самое теперь главное вот что. Мы опять вспоминаем эти группы крови. Дело в том, что во время войны были такие интересные опыты, когда раненому человеку, потерявшему очень много крови, уже находящемуся на грани гибели, а переливать от человека больше нечего было, не было просто доноров, находили, ну, допустим, свинью и переливали от нее, от свиньи человеку кровь. И человек жил, выживал, спасался, и все нормально. То есть кровь – это орган, кровь – это орган. И когда берут ее у одного человека или животного, переливают другому животному или человеку, тогда орган перемещается вне тела. Но вместе с этим органом перемещаются и те алгоритмы, которые с помощью генов делают, создают функционирующий этот самый орган. То есть гены, еще раз получается, что не зависит ни от какого вида организма. Они подстраиваются, да, под системы видов организмов, да, но внутри этих систем они одинаковые. Их можно вставлять одному, другому, пятому, десятому, любому организму из этой самой видовой принадлежности. На этом сегодня строится трансплантология, когда берут различные органы или части тела у одного погибшего человека и пересаживают их тому, кто за этим стоит в очереди. Я, кстати, считаю, что трансплантологию надо запретить под страхом даже не смерти, а под страхом какого-то, знаете, более страшного наказания, потому что трансплантология, как бы она ни рядилась в какие-то полезные одежды, мол, вот мы спасаем, на самом деле это ужасное, ужасное деяние. Не против человека, не против Бога, а против любого закона, который существует в каждой стране, потому что это прямой заказ на убийство. Но это тема другого видео, а здесь я продолжаю. Четвертая часть. Смысл теперь сводится к следующему. Если мы поняли, что у нас гены являются самостоятельными строительными материалами, такими фрагментиками, законченными по своей структуре и могущими быть внедренными в любой организм без изменений, главное, чтобы организм был их вида, то это означает, что ген действительно является первоначальной по отношению к человеку или другому живому существу, первоначальной формой жизни. В этом случае мы тогда развиваем эту нашу теорию полигена еще выше. Если у нас сначала был ген, потом полиген, нам ничто не препятствует сделать из этого же полигена собрание полиполигенов, то есть дважды полиген. Это как в математике первая производная, вторая, третья, пока функционал не закончится. И вот что такое у нас полиполиген? Дело в том, что один ген может существовать, например, в виде кроликов, в видовой общности кроликов, другой полиген из его полиполиформации, он может существовать, например, в видовой популяции человека. И этот ген, полиполиген, он получается распростертым по расстоянию, по пространству. Он уже находится не в одном существе, а сразу в нескольких. И главное, что во всех популяциях, во многих популяциях. И это примерно то же самое, как, например, операция интегрирование в математике, когда интегрируется не какое-то, допустим, сочетание 1, 5, 10, а сразу целый пласт, целая плоскость. Вот эта плоскость получается тем самым видовым пространством, которое в этот полиполиген и заключается. К чему это приводит в нашем с вами понимании? Мы понимаем, что существует живой алгоритм, алгоритм создания живого существа, и он, этот алгоритм, распределен между несколькими и даже очень большим количеством различных живых видов. То есть, допустим, есть какой-то W-ген, в котором закреплено не 1000 маленьких генов, как в полигене, а триллион этих самых генов, разбитых на, допустим, миллион или миллиард этих самых полигенов. То есть миллиард полигенов собирается в один полиполиген, в один. И этот миллиард полигенов, он находится каждый в своем существе. Один полиген, допустим, находится в мыши, другой в человеке, третий еще где-то. И вот миллиард из них, вот составляющий единый целый полиполиген, который включает в себя вот эти полигены, все их количество, он создает всего одну единицу, которая описывает что? И опять здесь группы крови очень хорошо иллюстрируют, потому что один полиген, я уже сказал, он описывает одну и ту же группу крови для любого животного. Куда бы его ни поставили, этот полиген, он везде расписывает ту же самую, одну и ту же группу крови. Это позволяет переливать кровь между организмами. Но абсолютно так же действуют и другие полигены. Один полиген описывает, например, количество рук. Две руки. Две руки у обезьяны, две руки у человека, две руки передние лапы у мыши, два грудных плавника у рыбы, две передних лапы у рептилии и так далее. Понимаете, это тоже одно и то же. Оно позволяет сделать правильные движения самому организму, то есть опираясь на передние и задние, там уже управляемые другим полигеном, конечности. Получается, функционал у всех живых существ, он сводится к одинаковому. У нас, если вы видели когда-нибудь, все, абсолютно все скелеты живых существ механически сделаны одинаково. Вот эта одинаковая механика, она и управляется этими самыми полигенами в составе полиполигена. И теперь самое главное, я надеюсь, вы вот эти 4 части поняли, 5-я часть, она сводится к следующему. Получается, что гены – это структуры, которые мы можем наращивать от единицы до бесконечности любым способом. И эти гены транслируют свою мощь, как мощь алгоритма, и на одну какую-то клетку, и на один какой-то организм, и на один вид организма, и на всю популяцию, и на всю нашу с вами биологическую жизнь, которая есть на нашей планете. То есть получается, что есть где-то такой полиполиген, можно назвать его полиполиполиполиген, который управляет нашим всем биологическим существованием. Он и есть, в принципе, конструктивный, но не бог, так скажем, а центр нашей жизни. Но самое главное, что он своим выпуском тогда делает вот что. Допустим, представьте себя в роли такого полиполиполиполигена, и вы выпускаете какое-то новое существо, ну, например, делаете человека, вставляете в него 1, 2 и 3 полиполиген, ну, например, которые делают ему скелет, 1 полиполиген, 2 все органы создают полиполи, 3 группа крови, те же самые, ну, еще там каких-нибудь до кучи, и у вас получается человек. Но все эти полиполигены, которые вы в отдельности в него добавили, они же продолжают функционировать и в других видах. То есть, создавая человека на Земле, вы, как тот самый полиполиполиполиген, вы создаете одновременно всю остальную биофауну, которая его сопровождает. Если человек наиболее сложный организм, допустим, может быть, есть какие-то более сложные организмы, но если человек более сложный организм в нашей биологии, венец, как его называют, иногда называли, то тогда получается, что именно достигая целей строительства человека, организма и функционирования, тот самый строитель, созидатель, это уже не бог, а именно геномная система, то есть алгоритм, он параллельно создавал всю биологию, которая ниже человека, потому что на каждом уровне тот самый полиполиген создавал тех существ, в которые он автоматом входил. Если вы поняли, хорошо. Если кто не понял, я приведу один такой примерчик. Когда вы берете, например, на базаре купили там арбуз, вы его измеряете гирьками, которые у вас вот перед вашим этим взором на этих весах весят, например, 1 килограмм. И вот таких гирек навалом. И она, эта гирька, и на этих весах, и на соседних, и в другой стране, и вообще на другом континенте. Одна и та же гирька весит 1 и тот же килограмм. Вот это явление, которое мы воспринимаем многомерно в нашем 3D-мире, на самом деле оно имеет единичное решение. Есть просто эталон 1 килограмма, который функционирует автоматом на всех протяженностях наших земных просторов. То же самое происходит и с геном. Есть один ген, который управляет в своей сфере всеми абсолютно организмами живых существ, которые создаются там, в любом количестве, в любые времена, в любом месте Вселенной. Получается, что человек, появившись на Земле как высшая форма жизни, он автоматом притащил с собой всю остальную биологию, которая здесь теперь есть. И система у нас получается эволюции противоположная. То есть у нас получается не из простой клетки развивался сложный организм человека, а наоборот, откуда-то был транслирован организм человека как венец биологической природы, и вместе с ним пришла вся природа, которая включается в его организм в виде отдельных генов, полигенов, полиполигенов и других запчастей. Теперь я вспоминаю в этой связи когда-то Георгий Георгиевич Рогозин, известный генерал, который был первым заместителем начальника охраны Коржакова, президента России Ельцина. Мы дружили с Георгием Георгиевичем Рогозиным долгие годы, и я у него спрашивал как-то, говорю, как пришли русские люди на Землю? Какая в КГБ на тот момент была версия рабочая? Он мне сказал, что русские люди пришли на планету по лучу. Я говорю, как по лучу? Он говорит, вот так и пришли, по лучу. И теперь вот подумайте, что значит по лучу? Это значит, что, допустим, кто застал, помните, эти самые лазерные диски? Вот он, пустой лазерный диск вам попался, это планета Земля, допустим. И вы хотите в нее записать человека, чтобы он там был. Вы берете луч света, лазера, и записываете на этот лазерный диск этого самого человека. Вы записываете его код, как вот такой многостраничный труд, такая программа, в которой там триллионы всяких букв, генов и тому подобное. Вы записываете вот такой кирпич туда, в этот диск, а автоматом при прочтении выясняется, что с 1 по 5 страницу это один ген, это, например, там условно кролик, с 4 по 18 это лошадь, с 3 по 26 это, например, бык и так далее. И все вот это, когда собирается, это становится человеком. И еще один пример я вам приведу. Когда вы берете, например, 7 цветов, которые вы знаете, которые получаются после расщепления их через призму, когда вы их другой призмой соединяете все эти различные цвета воедино, вы получаете один белый цвет. То есть вам нужно в систему загрузить один белый цвет, который ничего вроде бы не несет в себе, он просто белый. И тогда вот в этом случае, если вы белый цвет загрузили, у вас получается в системе все миллиарды, все триллионы цветных оттенков уже присутствуют, потому что они есть в белом цвете. Я думаю, что вот эта гипотеза очень интересна. То есть рассеивание по планетам, по условным планетам, живой формы жизни происходит не молекулами живыми или полуживыми, а человеками. Если вы хотите куда-то, в какую-то новую систему записать фрагмент жизни, вы должны послать туда человека. Ну, например, на какой-нибудь Марс. Вы посылаете туда человека, и вы видите, как вы записываете в эту систему Марса всю биоту, которая необходима, чтобы он жил. И тогда получается новая, населенная человеком и всеми остальными организмами планета. Нет никакой эволюции, есть совершенно другой подход, и я вам сейчас его рассказал.